να καταλάβει ότι αν θέλουν να κάνουν δικό τους κράτος, δικό τους βασίλειο, πρέπει να διώξουν τους Αμερικάνους από εκεί. И все украинцы, каждый украинец должен понимать, если он хочет, чтобы его стране было благо, то сам, нужно прогнать американцев оттуда. Хора, и как страна, пусть лучше облокачиваются и то есть, опираются на своих единоверных, своих родных, то есть россиян, русских. Если эксакулюсите, не позволите в Америке, если будут допускать вот именно американское вмешательство в дела Украины, мира там никогда не останется. Не нужно убивать друг друга. Возможно, чтобы брат убивал брата. И мы следим за событиями с великой болью. С многими молитвами. Проспасуме на войсишоме. Стараемся помочь народу украинскому, которому мы, как монастырь Дахьяр, обязаны большой благодарностью.